Я лечу на белом коне в царство любви, в царство минет. О, мой конь, восхити, вдохнови. Путь правый укажи. Мне легко и блаженно с коня. Птицы поют кругом, ветер вдохновляет, море рядом волнами играет. О, мой конь дорогой, мы летим в королевство Мине, в королевство любви. Вдохновляет, море рядом
своими добрыми лучами, доброты и тепла. О, мой конь, мы летим с тобой в королевство Мине. Укажи скорей путь правый мне, белый конь Мине. Мой конь дорогой, мы летим в королевство Мине, королевство любви. Мы увидим лебедей, лебедей доброты. Thank you so much to Peter Palmer to come today into the studio and performing with me this magnificent song. Thank you, maestro. This that song is I have to speak now Russian. Sorry, Russian. Спасибо огромное Петру Палмеру за то, что он сегодня пришел в нашу студию, и мы сегодня записываем эту прекрасную песню для вас. Она на белом коне, как мы летим на белом коне в царство любви, в царство мне. О, мой конь, восхити меня, вдохнови, путь правый укажи. То есть, а пока мы в этой жизни не идем на пути правды, мы не сможем попасть в королевство Мине. А путь правды – это доброты, честности и жертвенное служение людям вокруг тебя, помогать им, укреплять их. И когда мы идем на правильном пути, нас, естественно, будет поддерживать конь Мине, белый конь Мине. И мы будем с ним лететь в королевство любви, в королевство доброты, где птицы поют, и лебеди, и все самые прекрасные животные живут тоже в королевстве Мине. И у нас будет возможность на них посмотреть и улыбаться, и насладиться быть в их прекрасной компании, вот в этом чувстве. Вот когда мы в зоопарк идем, да, нам обычно нравится смотреть на животных. Представляете, как будет в королевстве Мине, там вообще животные везде, такая доброта, вот это все будет. И вот это вот нас будет ожидать в будущем, если мы идем на правильном пути в этом мире. Спасибо вам огромное. Я эту песню скомпозировала 12.05.2024 года. И сегодня у нас 19.06.2024 года. И мы вам желаем всего самого наилучшего. Эта песня всего лишь 7 дней. И хотелось бы верить, она вам очень понравится. Спасибо огромное.